Всем привет, мои дорогие друзья. Все, кто следит за моим сыровялением, показываю результат вяления а-ля хамон по прошествии 6 месяцев. Такая влажность 65%, 15 градусов температуры. И вот такая нога. Она покрывается плесенью. Это вполне нормально. Мне уже некоторые зрители писали, что почему нет плесени. Если плесени нет на ноге, значит, это неправильное изготовление. Я вам показываю, как в данный момент выглядит этот окорок. При такой влажности и температуре, конечно, будет плесень. Она вся смоется, и мясу ничего не будет. Ну да, на вид, конечно, не совсем аппетитно. Я повторюсь уже, так как я и ранее снимал. Ну вот полгода прошло, процесс идет, и все нормально. На ощупь такая мягкая. Ну, кстати, запах такой приятный здесь вяленого мяса. А это, друзья, я вам демонстрирую хамон, срок созревания которого 18 месяцев. Посмотрите, насколько он созрел, насколько красивая структура мяса. А ведь здесь, кроме соли и вот этого окорока, ничего больше нет. Насколько эластичное и мягкое мясо. Режется очень легко. Красиво, да? Ну а про вкус — это отдельный разговор. Очень изысканный вкус. И он очень нравится всем, кто его пробует, кто его кушает и кто с ним знаком. 18 месяцев выдержки, отличный результат. Всем, друзья, спасибо за ваше внимание. Всего доброго и до новой встречи. До свидания.